Воду подменили. Да? А по чьей команде? Опять. Здравствуй, Мария Александровна, Рубинштейн. 9:57 минут. Истанстайн, Дастайн. А по-русски восточно-европейская русская. Готовься. Дочка. 31 год. Дочка. Которую подменили. Да, подменили в Октябрьской больнице Киева. В июле 1990 года. Таки да, подменили. А мама, мама, так называемая, ну да, мама, всю жизнь ты была с нами. Научила тебя пальчик делать, как папа делает. А подменили реально моего сына, который родился тогда. Ну что? Я роду подменили. Да. А по чьей команде? 90-й год, 9 июля подменили. А мама твоя, якобы, ушедшая 1 июля, по мировому заговору, по заговору сил зла, что? Тогда сообщила ко мне, когда я пришел узнать в Октябрьскую больницу, кто же родился у нас с ней. Менталы, ты практики. У меня и два есть тоже менталы. Ты практики. Это Сидоренко, да. Профессор Гимутов, так и там поймет. Мама пришла ко мне, когда я пришел еще навестить. Ох, с плачем. Девочка родилась. Девочка. Киеве. Да. Я, конечно, легко его разыщу быстренько. Первоочередная necessity. А ты уже... Ой, Юля, ты не заявила, и твоя сестра, мой генотип Светлана, и моя родная... Вернее, твоя сестра, моя дочка Светлана, и моя родная сестра Маргарита. Железная леди в семье не заявили о смерти трагической в Москве. Я знаю, у кого она останавливалась. У меня 5 формаций. Новоточенного Алексея Алексеевича, дружба мой. Во, ее там хэкнули, знаю почему. Так же, как она заказала свою маму, Людмила Ивановна Шумакова девичья. Ага. Заказала маму, когда мы были в Лас-Вегасе, ну да. Так вот, ты... To replay your message, press 1. To delete and re-record your message, 3. Fax, press 6. To cancel this message, press star. To send this message now, press pound or hang up. Your message has been sent. Thank you for calling. Goodbye.